Ну все, надоел мне эта шапка, Лос-Анджелес. То ли дело шапка, ушанка, тепло, хорошо. Но сейчас не об этом. Сегодня я тестирую цепную пилу с карбюраторным двухтактным двигателем внутреннего сгорания. Хутор BS-62, поехали. Буду делать обзор не один. На связи два моих альтер-эго. Денчик, прием, прием, Денчик. Прием, прием, да, на связи. Как слышно? И второй персонаж что-то не отвечает. Буба Сойер. Прием, прием, Буба Сойер. Прием, прием. Я на месте, придурок. В общем, ботаник Денчик быстро побежит по методичке и соберет ее. На самом деле не составит никакого труда собрать и разобрать эту пилу по инструкции. Там все есть и описано достаточно понятно и просто. Это не сложнее, чем собрать кубик Рубик 13×13. В общем, в следующий раз будешь сам за собой пилу чистить. Прием, прием, конец связи, как слышно. Буба протестирует ее в реальных, настоящих мужских условиях. А мы сейчас разберемся, какие жидкости в нее заправлять, и сделаем небольшую обкатку. Блин, что-то Буба давно не на связи, не отвечает. Буба, прием, прием, Буба. Походу, надо сейчас съездить и проверить, как он там. Не, конечно, он молодец, заставил меня самую сложную работу выполнять. Кстати, вон он идет. А, вот он, нашел его. Ты что на звонки не отвечаешь-то, а? Буба. Буба, выключи пилу. Буба, ты что делаешь, Буба?